Профессионализм, традиции, совершенствование – вот три кита, на которые мы опираемся в детском развивающем центре «Ромашка». Наши программы основаны на лучших мировых достижениях в области педагогики и, собственно, богатом опыте. Мы найдем подход к любому ребенку. Никита Ким окончил подготовку в детском центре «Ромашка» у педагога Марины Александровны. Учитель вел занятия с такой добротой и вниманием, что мальчик до сих пор вспоминает ее с теплотой и любовью. Никите запомнились интересные задания, конкурсы на счет и чтение. Благодаря умениям и навыкам, которые передала Марина Александровна, воспитаннику «Ромашки» легко в школе. В дневнике только четверки и пятерки. Без труда осваивает гуманитарные предметы, любимые науки, математика и русский язык. Никита Ким участвует во всероссийских конкурсах по разным интеллектуальным направлениям и побеждает. Раньше мальчик увлекался большим теннисом, тренировал папа, затем занимался тхэквондо и завоевывал первые места. А когда стал старше, очень понравился футбол, пока остановился на этом виде спорта. Уже появились кумиры – Неймар и Винисиус. Но сам Никита уже добился успеха, получил награду как один из лучших игроков команды, которая занимает лидирующие позиции. Эльвина Муратова прошла подготовку в детском центре «Ромашка» у педагога Ольги Александровны. База знаний, которые девушка получила в дошкольном учреждении, позволила легко влиться в школьный процесс и учиться на 5,4. Эльвина увлекается китайским, английским языками, игрой на электрогитаре, астрономией. 2 года подряд участвовала в осенних океанских школах по китайскому языку при ДВФУ. Давала олимпиады. В 2020 году победила в премии «Амбассадор» в школе китайского языка «Чайна класс» и стала героиней сюжета на телевидении. Младшая сестра Эльвины Камила Мануйлова тоже воспитанница «Ромашки». Ей 7 лет, и она ходит в театральную студию и уже выступает на сцене, а еще занимается вокалом. Вера Куксова с большой любовью вспоминает занятия в детском центре «Ромашка» и своего доброго преподавателя Марину Александровну, которая учила чтению, письму, усидчивости, проводила музыкальные паузы и устраивала конкурсы на скорость счета, знания алфавита. Эти умения помогают Вере. Например, в школе девочка уверенно решает примеры, математические задачи не вызывают трудностей, домашние задания выполняет самостоятельно. Ученица с пониманием относится к замечаниям классного руководителя. Благодаря педагогу «Ромашки» Марине Александровне Вера учится на четверке и пятерке, участвует в олимпиадах и конкурсах. Девочка вовлечена не только в жизнь школы, но и города. На ее счету тигриный забег, акция 10 тысяч шагов, кросс нации. Вера Куксова занимается плаванием. Любимый стиль – брасс. У спортсменки первый юношеский разряд. Занимает призовые места на городских соревнованиях и стремится к победе на краевых. Еще воспитанница «Ромашки» увлекается бисероплетением, квиллингом и вышиванием. Но чем бы девочка ни занималась, где бы ни находилась, всегда помнит первого педагога Марину Александровну. Ведь именно она научила не опускать руки, когда что-то не получается. Вера очень благодарна детскому развивающему центру «Ромашка» за умения и навыки. Детский центр «Ромашка» – это уникальная творческая среда, где созданы все условия для развития радостного взросления и комфортной социализации. Это место, где царит атмосфера дружбы, любви, доверия. Приглашаем мальчишек и девчонок.